Я просто хочу сказать «да». Почему? Чтобы вас увидел весь мир. Вот. Ну, это нереально. И, по-моему, тогда уже было, если бы комиссия была из рекордов Гиннесса, они бы уже вписали, потому что никто еще не повторял, не делал. Не знаю, что они еще нам покажут, и опять нам будет плохо. То, что я покажу, это не танца, это не такое, что буду петь что-то. 5 номеров, которые я делаю на мировой уровень, на рекордный, это я готовлю себе. Очень надеюсь, что все благополучно закончится. На сцене Исматулло Хамидов, Таджикистан. Сейчас будет делать. Он что, туда? Ой, кошмар. Что это вообще? Ну, я не могу смотреть на это. Что он там делает? Вытащил уже. Железный человек.
Мастер иглотерапии Сматулло. Ваши аплодисменты. Таджикистан. Я вас просто называю железный человек. Вас нужно вносить в Книгу рекордов Гиннесса, потому что ваша выдержка, то, что вы показываете, ну, моя красная кнопка именно потому, что мне больно было на вас смотреть. У меня сердце такое слабое, что мне тяжело было наблюдать за этим. А номер просто бесподобный. Я вам желаю долгих лет жизни, крепкое здоровье, потому что вы настоящий железный человек. В прошлый раз у вас были гири, вес был где-то 6 килограмм, да? 6 килограмм. А сегодня вы уже... 16 килограмм я поднимаю. 16 килограмм. Да. Это заслуживает аплодисментов. Спасибо. И потом, в прошлый раз, по-моему, у вас дротики, число изменилось, либо нет? В тот раз 60 штук был, в данный момент 91 штук я забивал. Браво. Спасибо, удачи. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.